Движение в сторону поселка Котовского организуют по 6 полосам. В то же время решение предусматривает сужение полос на Николаевской дороге. Депутаты горсовета внесли соответствующие изменения в программу безопасности дорожного движения. Кроме прочего, в ближайшие полтора года в Одессе большое внимание будет уделяться соответствующему оборудованию приподнятых пешеходных переходов. Если говорить о количестве приподнятых пешеходных переходов, то в 2021 году их было 20. Конечно же, у нас всего 668 нерегулируемых пешеходных переходов. Конечно же, мы хотим, чтобы все пешеходные переходы в одно мгновение стали хорошими и нормальными. Но мы понимаем, что есть возможности бюджета определенные. Для нас это новое действие, то есть если будут позволять возможности, то и в 2022 году мы увеличим количество этих пешеходных переходов, которые мы сможем сделать. За будущие полтора года департамент транспорта планирует оборудовать 40 подсвеченных светодиодных переходов, 20 в этом году и 20 в следующем. Но с оговоркой, если хватит бюджетных средств.